Регулярные выезды узких специалистов на отдаленные территории округа продолжаются. Сегодня в мобильной бригаде врачей четверо специалистов – эндокринолог, невролог, отоларинголог и хирург. В основном пожилое население, не мобильные, они до Видного очень тяжело им добраться. И вот для наших пациентов вот пожилого возраста – это очень хорошее мероприятие. Один врач в день такого осмотра может принять до 25 человек. Каждого пациента нужно выслушать, осмотреть, изучить историю болезни и назначить лечение. Пациентам не нужно далеко ехать, все рядом с домом. Очень хорошо, что открыли поликлинику и что ее держат здесь, что и отремонтировали. Не ездить нам туда, на заводскую. Нам здесь очень хорошо. Мы очень рады, что здесь функционирует этот стационар. Такие осмотры помогают определить заболевание, назначить курс лечения для больных и, если требуется, направить на дополнительное обследование. На сегодняшний день были выявлены заболевания – это остеохондроз позвоночника, цереброваскулярные заболевания, вегетососудистые заболевания. Осуществить запись на прием можно онлайн или по телефону. К некоторым врачам направление должен выдать терапевт. Многие пациенты хотят попасть сразу к нескольким специалистам. Записалась к хирургу, к неврологу и к травматологу. В отделении общей врачебной практики вокзальной есть кабинет физиотерапии и дневной стационар, где за месяц может пролечиться 25-30 человек. У нас в дневном стационаре достаточно много пациентов, да, в среднем 15-18 пациентов в день мы прокапываем. Очень многим нужно оказать такую помощь не экстренного характера, да, плановую, но тем не менее людям это очень требуется. Около года назад в отделении были отремонтированы все кабинеты, полы, обновлена плитка, освещение, а также благоустроена прилегающая территория. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.